Друзья, всех приветствую, но в этом видео хочу показать, как у меня происходит укладка плитки в туалете. В прошлом видео я показывал, как я собирался делать раскладку плитки, можете посмотреть. Ну вот, я отцентровал от центра инсталляции и разгоняю в разные стороны плитку. Так, ну это запил под 45 плитки. Ну, показываю близко, чтобы видно было, как бы, и качество, и так более-менее смотрите, кому интересно. Укладываю на крестики. Не вижу смысла укладывать такую плитку на СВП. Плитка достаточно ровная. Там на СВП, на ДРС. Все равно это дольше. И, честно говоря, вот, ну, не понимаю. Так, вот здесь вот это угол у нас. Под 45 запилен, ну или так называемая заусовка. Тоже все на крестике. Плитка немножко родочкой видно. Ну, буквально там совсем чуть-чуть. Так, ну и по бокам уже идет плитка другого цвета немножко. Ну и, кстати, вот в следующем видео будет видно, где я ошибся при раскладке. Это вот у нас, когда до верха инсталляции у меня будет выгнана плитка, и там будет видно. Так, ну и вот так вот сейчас, пока у нас все это получается. Сейчас пойдут выпилы все эти. Это опять угол. Ну, смотрите следующее видео, там будет видно, где я ошибся, когда делал раскладку, не учел. Также спасибо всем, кто подписывается на мой канал, ставит лайки, комментирует видео. Так, ну и давайте еще раз напомню, как у нас происходил ремонт этого туалета изначально. То есть вот были залиты полы, разведен полипропилен, установлена инсталляция, вот начал сборку короба. Ну, вот тут видно, как было сделано подключение, как установлены профиля были. Все это есть на канале, можете посмотреть в предыдущих видео. Ну, вот начал сборку гипсокартона. Также вентиляция, все это завязано было вместе. Ну и после того, как собран был гипсокартон, сделал гидроизоляцию. Опять же, для чего делал гидроизоляцию, смотрите видео, тоже есть ниже.